Ну что случилось? Я больше так не могу, Миш. Почему? Потому что там тараканы. Вань, ну тараканы, ну это ерунда. Ерунда? Ну да. Миш, ты понимаешь, что это полная антисанитария? Так невозможно жить. Вань, я все понимаю, но иногда нам приходится переживать большие трудности. Миш, мы с тобой договаривали, что я должен жить, как живет Чижов. Но Чиж живет по сравнению со мной, как король, понимаешь? У него отдельная квартира, у него отдельная ванна, отдельный туалет, в конце концов. И у него нет тараканов. Нет, я был у него. Вань, это только увеличивает твои шансы. Нужно потерпеть чуть-чуть. Несколько недель и все. Прости, несколько недель? Ну, Вань, ну, может быть, дней. Но, Вань, это же не так все просто. Человеческая душа – это трудная штука. То, что Лиска смотрит на тебя по-другому – это факт. Я это заметил. Да? Конечно. Тебе просто нужно успокоиться. Вот, принес тебе шарики. Успокаивают нервы. Крути. И, в общем, Вань, сегодня ты идешь на работу в 4 часа, вот по этому адресу. От тараканов средство какое-нибудь купишь. Полисов, ты уже написал? Нет, Зоя Захаровна. Ну, а что ты сидишь? А я не подготовился. Понятно. Я, в отличие от некоторых, Зоя Захаровна, вас не обманываю. А то есть тут персонаж. Списывают, а сами ни черта не знают. Не понял. Зоя Захаровна. Да. Ваня поссорился с отцом. Он сейчас живет один, и ему очень трудно. Лен, вы бы видели, в каких условиях он живет. В таких условиях даже невозможно уроки делать. Вань, ты, наверное, не подготовился, потому что работал всю ночь, да? Ну и что, что работал? Что, теперь учиться не надо? А как жить, если даже на еду денег нет? Есть вечерние школы, пожалуйста. И работайте, и учитесь, и на все будет хватать. Но вы же моду взяли, вы же ссоритесь с родителями. Не устроила нам тут, устраивала. Теперь Полисов. Полисов, ты меня слышишь? Так что либо мирись с отцом, либо собирай документы и, пожалуйста, в вечернюю школу. В наше время... Да, в ваше время, наверное, Зоя Захаровна, все были очень хорошими. А вот в наше все вон какие плохие. Аж в зеркало страшно смотреть. Mm-hmm. Да, Чижов, но не все такие, как ты. Угу, верно вы сказали. Полисов, я тебя предупредила. Так, через 5 минут сдаем контрольную работу. Лиза, подожди. Ты чего такая грустная? Я не грустная. Ванька все двойки получает. Не готовится. Да, ну у него, видишь, что происходит-то. Ну как, поругался, так и помирится. Без отца он не сможет. Почему это? Мне так кажется. Ты за него такая? С чего ты взял? Не знаю. Нет, давай больше не будем
начинать этот разговор. А, то есть неприятно все-таки, да? Дим. Все, понял. Просто, Лиза, очень прошу тебя, не думай, что ты во всем виновата, пожалуйста, хорошо? Я и не думаю. Ну, ты молодец. Ване надо помочь, конечно, потому что тяжело ему. Я-то с детства один живу, а он... Да. Ну и я-то чем могу помочь? Ничем. Ну а что ты тогда так смотришь на меня? Любуюсь, нельзя. Ты почему к биологии не подготовился? Не успел. Я больше не буду тебе помогать. А, и правильно. Угу. А я тебя как раз в пиццерию сейчас хотел пригласить, но... Очень жаль. Вань! Ну как ты? Нормально. Угу. Все? Не все. Не идет тебе, Вань. Что? Жизнь твоя новая. Заканчивай, Ванек. Помирись с отцом, возвращайся домой. Давай я буду сам разбираться со своими проблемами, хорошо? Зря, Ваня. Лиза тоже переживает. И правильно, да, что переживает? Очень хорошо по тебе так вот я вижу. Почему? Ну, значит, ей не все равно. Ты сейчас вообще-то к чему, Чужой? Да я к тому, Ванька, что не погас огонек прежней любви, что не затоптали его грязными ногами, да? Все у вас будет еще в порядке, Ванька, уверен. У меня почему-то тоже такое ощущение. Ну что, вернулся? Недолго ты протянул. Да я за вещами пришел, пап. На работу устроился. Как дела? Да у меня все нормально. Борис Максимович звонил. Кто? Директор твоей школы. Что-то случилось? Учителя на тебя жалуются.
Ты что, двоечником стал? Пап, это ненадолго. Так надо. Слушай, может, закончишь эту ерунду? Все-таки последний класс. Пап, дай денег. Все-таки без меня не можешь. Не хочешь, не давай, я обойдусь, ладно? Ладно. Да. Что за работа? Пока еще не знаю. Че, Михалыч, за час раскидаем? Думаю, полтора. Полтора? Давай. Ну ты молча. Давай. Чего стоишь? Эй. На спину кидай. Как? Как? Розеток и Росток, блин, горелый. Берись за края. Ага. Крепче, вот так. Ну, поехали. Ты что, первый раз, что ли? Да. Ну-ка, вставай, нечего филонить. Будешь работать, как черепаха, получишь, как инвалид, понял? Ой, Колян, набрали мы салат. Ну что, братва, подобьем бабки. Так, это мне. Это тебе, Колян. Ага. Молодцом. А это тебе, маэстро. Ну, бери. Ё-моё. А чё так мало? Как заработал. Так, завтра в 4 на овощной базе. Что, грузить будем? Как чё? Капусту. Замечательно, то мы в прошлый раз... Как её? Курагу грузили, так она замёрзла, в 2 раза тяжелее стала. На проходной в 4, понятно, да? Слушай, новенький, у меня к тебе дело. Какое? Завтра будешь? Не знаю. Что значит не знаю? Ладно, буду. Ладно, будет. Ну, ладно, пошли. Отдыхай, браток. Да. Почему ты мне не звонишь? Я только работать закончил. А я ядерное средство от тараканов купила. Ты когда дома будешь? Слушай, Лен, давай завтра. Поздно уже просто. А. Ну, давай завтра. Я завтра свободна. Тебе принести что-нибудь в школу домашнего поесть? Нет, Лен, спасибо. Извини, мне нужно идти. Давай, пока. Вань, ты что, на урок не собираешься? Собираюсь, Колотай. Что-то незаметно по тебе? Угу. Да ладно! Что? Ничего, отвали. Понятно? Понятно. Давай, топай. Извини, пожалуйста, Вань. Ничего. Привет. Привет. Ты чего? В спину потянул. Да ладно, где? На работе. Очень болит. Терпимо. Надо чем-то горячительным намазать. Ага. Какой у нас сейчас урок? Физра. Отлично. Не пойдешь? Ты что, издеваешься? Конечно, не пойду. Вань, а я к тебе сегодня приду. Давай. Ты когда дома будешь? После уроков. Принести что-нибудь домашнего поесть? Лен. Хорошо, принесу. А Юр Петре я скажу, что ты не можешь заниматься. Окей, давай иди, а то тебе еще переодеваться. Хорошо.
Полисов. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуй. Ты почему не на уроке? Ой, я спину потянул, Борис Алексеевич. Где это ты? На работе. Сиди, сиди, сиди. Спасибо. А у нас физкультура как раз таки. Ага. На работе, говоришь. Кончай дурака валять. Не понял. Что непонятного? Кончай, говорю, валять дурака. Чужого работа нужна. Знаешь зачем? Чтобы жить. Чтобы просто кушать элементарно. А то, чем ты занимаешься, это просто ерунда, баловство. Понятно? У тебя есть отец, который тебе всегда поможет. Учись, пока есть возможность. Понимаешь? Просто учись. И все. Все, что от тебя требуется. Ты вот сейчас с кем работаешь? Грузчиком. Замечательная. Замечательная профессия. А главное, знаешь, папа тобой будет гордиться. Хороший выбор. Поздравляю. А двойку получишь, еще одну, выгоню из школы. Тут папа не поможет. Привет. Привет. Фу. Привет, Санек. Мы в баскет погоняли, я 2-3 очковых загнал. Ты как? Как работа? Плохо. А чего так? Спина? Да, спина, Миша. Классно придумал, молодец. В том-то все дело, Миша, что я ничего не придумал. Как не придумал? Что, серьезно болит, что ли? Ты бы знал как. Спасибо тебе, Миш, большое. Удружил ты мне с работой. Потрясающая работа. Ты когда-нибудь таскал мешки по 50 килограмм, а? Так нет. Я ж физически не развит. Ах, ты физически не развит. Так может тогда пойдешь, разобьешься физически, а? Спинку развивает, отлично. Давай, Миш. Привет. Сегодня в 4 на овощной базе, а? А то не придешь, мужиков подведешь. Ванька. Давай рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Новая работа, новые знакомства. Слушай, ты психолог американский, а? Достал ты меня, понял? Со своей психологией. На, шарики. Успокаивайся сам. О, Полисов, почему не был на уроке? Здрасте. Здравствуй, здравствуй. Юрий Петрович, я спину сорвал. Спину сорвал? Слабак. Дожили. Юрий Петрович слабаком называет. Да меня Борис Максимович. И школа хочет выгнать. А все из-за тебя. Побольше двоек. Побольше двоек. Ваня. Ваня, ну все будет в порядке. Иск. Я хотел с тобой поговорить. Да. Можно я буду с тобой откровенна? Ну, давай. Это, конечно, не мое дело. Так. Ты, кстати, тесты мои заполнила? Ты об этом хотел со мной поговорить? А, не, Лизка, не об этом. В общем, Лизка, ни для кого не секрет, что вы с Ваней какое-то время были вместе. Это действительно не твое дело. Лиз, ну подожди, пожалуйста, ну послушай. Лиз, ну тебе не кажется странным, что все Ванины проблемы начались после того, как вы с ним расстались? То есть ты хочешь сказать, что это я виновата в том, что он ушел из дома и поссорился? Лизочка, нет, ты не виновата, ты не виновата, ну... Ты виновата, но косвенно. Косвенно? А это как? Косвенно, это чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Ну, Лиза, ну, понимаешь, Ваня, он переживает. Он совершает неадекватные поступки. Он ссорится с отцом, бросает отцовское финансирование. Он комнату снимает, он подрабатывает по ночам. Все из-за чего? Все из-за того, что ты
просто избегаешь с ним общения. Ну, почему нельзя остаться друзьями? Ну, тем более вы видитесь каждый день. Брасулька, Мишка, ты-то мне и нужен. Скажи, пожалуйста, что это за иероглиф, а? Заботин, это не иероглиф, это дифференциалы. Слушай, Миша, дружище, реши, пожалуйста, эти дифференциалы. Пожалуйста, я тебя очень прошу, от этого зависит жизнь маленького, беззащитного перед дифференциалами существа. Пожалуйста. Лизка, ты готова уже? Да. Угу. Ну так пойдем тогда. Пока, Полисов. Да-да! Привет. А, это ты? Привет, проходи. Да. Что? Какой кошмар. Да брось ты, Лен, нормально. Ванька, я тебя еле нашла, на доме таблички вообще никакой нет. Неудивительно, его сносить скоро собираются. Я так и поняла. Вань, я тебе поесть принесла. Спасибо большое. Как твоя спина? Получше уже. Я мазь взяла. Давай спину намажем. Так я сам могу. Да не стесняйся. Да я и не стесняюсь. Где? Ниже, ниже. Еще ниже, Лен. Да-да-да. Вот здесь. Вот. А я средства от тараканов не принесла. Да ничего, я уже к ним привык, Лен. Слушай, Лен, ты извини, я вчера вот так ухайдохался, что сегодня хотел поспать. Руки жжет. А у меня спину. А у тебя свитер шерстяной есть? Нет. А у меня есть. Хочешь, принесу завтра в школу? Давай. Спасибо тебе. Ну, ты тогда ешь, а я пойду. Угу. Пока. Пока. О
чем ты думаешь, скажи. Опять задачка не решается, как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются, мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист, сдана тетрадь у.